Привет, приехала такая большая машинка. Она чуть-чуть у нас поцарапалась. Вот. И для того, чтобы долезть до вот этой зоны ремонта, нам надо снять было туманочку. Как это делается? Сейчас покажем. Кому-то может этот пригодится. Здесь все просто. Вот. Здесь откручиваются саморезики, я их покажу, отодвигается, и вот там у нас есть доступ к фаре, сейчас покажу, как она снимается. Здесь все довольно просто, вот, защита отсоединяется, и можно туда подлезть. Сейчас снимем, как эта вся красота снимается. Вот она, наша туманочка, вот они ее крепежи, болтушочками откручивается все, то есть все довольно просто. Вот такими откручивается защита. Вот клипсочки там есть. Ну, то есть, как видно из этого всего, все это довольно-таки без проблем снимается. Но тут есть папа-мама. Это все как бы известно со всех машин. Сейчас попробуем это дело, как говорится, отремонтировать. Вот она ухо, да, вот она. Она тут вставляется в бачок и прикручивается. Ну вот фара наша на месте. 4 самогрызика. Два даже. А, она там вставляется. Ну, 2 самогрызика, и она на месте. Ну вот что получается. Так, фара на месте, папа-мама на месте. Теперь что у нас? Остается вот эту красоту. Тоже вот этими вставляется в прорези. Вот, и все. Ничего сложного нету. Вот они, шестигранички. Все, болты кончились. Остались клипсы. Ну вот, собственно, и все. Все собрано.